Изменений в правилах централизованного тестирования в этом году нет. Вступительная кампания начнется с белорусского и русского языков. Далее с перерывами в 2 дня пройдут остальные тесты. Последний 1 июля по всемирной истории. У абитуриентов, пропустивших основные экзамены по уважительной причине, остается возможность сдать тесты в резервные дни. Дополнительные ЦТ по белорусскому и русскому языку 6 и 8 июля. По остальным предметам 6 и 10 июля. Тестирование в Гродненской области пройдет в 3 городах – в областном центре, Лиде и Волковыске. Для регистрации необходим только паспорт. Зарегистрировать могут и родители, если абитуриент по уважительной причине не может этого сделать сам. Для того, чтобы результаты на централизованном тестировании были выше, ребята могли адаптироваться к условиям участия в централизованном тестировании, научиться заполнять бланк ответа. Каждый год 3 этапа репетиционного тестирования осуществляется. И еще у нас в городе Гродно ребята могут успеть зарегистрироваться и принять участие. Для этого можно зарегистрироваться в режиме онлайн на сайте Гродненского университета. Либо те ребята, которые были зарегистрированы, но не смогли принять участие, они могут зарегистрироваться для прохождения в резервные дни. Правила прохождения тестирования неизменны. При себе ничего лишнего, только паспорт, гелевая черная ручка и пропуск. Все гаджеты остаются за порогом корпуса, где проходит тестирование. За любое, даже минимальное нарушение правил проведения, будущие студенты покинут аудиторию и будут лишены права проходить тестирование и по другим предметам. Получить сертификаты абитуриенты смогут с 10 июля в пунктах проведения ЦТ. Минимальный порог баллов в этом году тоже не изменился. Для белорусского и русского языка 9, для филологического профиля 24.